из самых передовых российских школ, Международная гимназия инновационного центра «Сколково» встречает новый учебный год в новом здании. Студия звукозаписи, сразу два спортзала, зал хореографический. 22 тысячи квадратных метров. Учебные классы, лаборатории, бассейны и даже своя телестудия. Это очень важное звено, потому что она, по сути, закладывает всю основу того, что будет потом с человеком. Тот элемент творчества, который возникает у ребенка в голове в самых ранних стадиях обучения, он и позволит в дальнейшем творчески подходить к вопросу инноваций. Задача, конечно же, гимназии – это воспитывать новые таланты, новых изобретателей, которые смогут уже потом работать в Сколково. И то, что технопарк Сколково все время перед глазами, и видно, зачем ты учишься. Очень дорого стоит. Здесь мы можем видеть такие точки роста, точки будущего, которые впоследствии будут применены во всей Российской Федерации. Здесь в первую очередь направлено все, что делается с детьми, на развитие их мысли. Когда я в 6 часов вечера их забирал, они хотели возвращаться домой. Все отлично.